Закрой глаза, я еду по реке. Здесь, блин, кругом вода. Если сможете прицелиться, стреляйте. Покажем им наш фокус, да? Я тут к вам. Давайте, прессуйте их как можно жестче. Черт! Приготовься. Обмани этих козлов. Держись, бро! Черт, на воде было прочее. Давай, педаль в пол! Ты видел это? Да-да-да-да-да! Твари. Они отстали! Сработало! Все получилось! А теперь вот шок! Я готов поспорить. Это их фирменный маневр. Все равно знаем, куда они едут. Гоним Бойлхейд! Ты отлично справился, бро! Показал им свое мастерство! Кастро, давай красить! Что красить? Скорую! Нафига? Что? Только всю целиком! Чё, прям всю эту тарантайку? Да, валяй. На это уйдет часов 5. У тебя 45 секунд. Я постараюсь. Внимание! Они думают, что всех обхитрили, уйдя по встречке. И спрятались в 3 кварталах отсюда. Считают себя умнее нас. Поломали вертушки и надеются, что мы отстанем. Но мы наблюдаем за ними с самолета. Дадим им расслабиться. Хлопнем их позже. Ясно? Все выезды перекрыты. Какой план? Уилл, все, давай, уходи. Уходи. Что? Не тупи, уходи. Я не... Нет, нет. Я тебя не брошу, бро. Нет. Я лично не против, но нас могут застрелить. Зеленая? Ты рехнулся? Я сказал тебе взять синюю! Взять синюю! Или это тачка Шрека? Ну да, накосячил. Но чего орать? Все, крась какой хочешь, только быстро. Давай, у тебя есть 45 секунд. Просто крась. Крась. Начинаем! Бегом!